Только другая. Давай, давай. Сейчас идем. Поехали. Да. Ключ взяла? Ключ закрыла. Ну, еще раз проверяй. Чего я? Да, все. Jadi kita menyewa alat snowboardingnya sama ya alat snowboardingnya di sini harganya 700 rupiah untuk satu hari penuh satu malam. Di sini banyak banget tempat buat menyewa alat ski, buat krokan itu artinya. Sewakan alat penyewa-nyewa gitu banyak, jadi tinggal pilih tempat mana dan harganya beda-beda kompetitif. Ada katanya sih ada yang lebih murah sekitar 500 rupiah, cuman kita males ketemu satu tempat aja udah langsung ya. Вот здесь, Денис. Новичок, привет! Ой. Я, это сюда сяк. Мау ка романтик. Романтик нама. Тампат. Я уже устал. Вот, Маки бадюля, ребят, ванат. Мне кажется, это жалко будет. Да ничего страшного. Блин, это знаешь, что я эту улицу хочу. Все, я готова. Antrian panjang hari ini Minggu. Gila. Antri buat beli ski pasnya. Udah tiga. Antrinya parah banget. Udah jam 10 lagi. Jadi sekarang kita nunggu antrian. Gila, orang banyak banget. Panas sekarang, panas. Panas banget. Soalnya gue pakai 3 layer di sini, kayaknya gue bakal pakai 2 layer doang. Dengan belum siap sih, udah berapa jam sih sudah berapa jam? Ini antriannya panjang banget, hari ini hari Sabtu, jadi orang pada liburan juga. Jadi kita tadi habis kesana, antrinya parah banget. Lama pelayanannya untuk hari libur dan perayaan-perayaan hari raya apa kayak pokoknya harganya selalu lebih mahal. Tadi kita bayar 2.100 rubel untuk satu orang. Kalau walaupun student gak dapat diskon gitu. Jadi 2.100 sekitar 500 lebih lah. Sekitar pokoknya. Dan ceknya harus disimpan sampai selesai. Untuk pembayaran 2.100 rubel itu sampai satu hari dari pagi sampai malam. Sekarang kita mau naik ke atas.
Ну, походу, да, если это лягушатник, наверное, сюда куда-то. Так, еще-то. Вот, лягушатник, да. Нам на самый лягушатник. Туалет ты хотела. Я вообще не умею. Gue pertama kali di Aris dan snowboarding gue pertama kali sebelumnya gue main ski dan gue enggak jago. Tadi aja masuk ke jatuh. Aduh, gue takut banget sumpah. Harus berani. Денис! Сейчас это можно будет. Аккуратно. Видно, что специалист. Я профессионал. Профессионал. Так, аккуратно. Давай. Блин, я на жестку не знаю, как мы поедем на жестку. Во. Давай, может, помаленько поедем? Сырку, помаленько, не по большой. Где первый раз, как думаешь? Давай туда. Не-не, направо. Да. Опа! Давай сначала туда. Вон туда, наконец, направо. Поняла? Так, давай, вставай. Туда, туда. Туда, туда. Конечно, скользко. Давай, давай. Пошел. Пошел, пошел, вставай. Направо, да. Не, не туда, не туда, не туда. Направо. Сюда, за мной. Туда надо. Да. Ну потому что здесь хорошо тоже можно съезжать. Да. Давай. Вставай аккуратно, туда. Выруливай. Да, молодец. Вон туда иди, где все. Да-да-да.
Там слишком круто будет, Истрико, серьезно говорю, типа, там упасть можно. Давай сюда. Потому что там можно было проехать. Как хочешь. Там очень, там жестко. Ну чё? Давай, едь. Подъемник, получается, уже все перестал работать. Туда не едь, там опасно. Ты сначала посмотри. Реально, тут очень сильная горка. Сюда едь ко мне. Дорога уже не работает. Иди сюда. Там жестко вообще. Вот люди падают. Там очень сложно. Я предлагаю тебе вернуться и там по другому сходу поехать. Какая скорость? Очень большая. Ты упадешь, да? Это жесткая тема. Так, стоп, нажимаю, да? Sekarang kita mau pulang jam 5. Skinya kerja dari jam 9 sampai jam 4 sore. Sampai jam 5 sore.